Что там? Поближе, я не вижу. Это Шенни Дэн. Можешь выйти поговорить? Мне идти или нет? Шенни Дэн хочет встретиться, хочет понять ход моих мыслей. Можешь пойти, если хочешь. Но помни, что можешь говорить, а что нет. Мне уже не 3 года. Кроме того, случись что с тобой, меня там же и прикопают. Умнеешь на глазах. Ступай. Циньфан. Последнее время ты показал себя неплохо, поэтому хочу дать тебе добрый совет. Бесценный совет. Держи его в уме. Что еще? Не рассчитывай, что Шенни Дэн в тебя влюбится. Когда я вообще говорил, что мне нужна Шенни Дэн? А разве нет? Да у тебя глазные яблоки выпадают, когда ты на нее смотришь. Несправедливо и вообще преувеличение. Я на нее пару раз всего взглянул. Только потому, что она в точности как Чин Вань. Если бы ты встретила человека, похожего на твоего друга, сама бы в лишний раз не взглянула. Ладно, хватит себя убеждать. Поспеши. Госпожа Шэнь уже заждалась? Подозреваю, что она через стену перепрыгнет ради беседы с тобой. Это было бы слишком.